Всем привет! С вами Марина. Сегодня я вам покажу несколько покупочек. У меня набралось тут немножко из фикс-прайса. Ну и просто. Так, вот ходила я сегодня в фикс-прайс и немножечко прикупилась. Купила вот такой вот коврик. Это у нас коврик под миску для животных. Вот. Не знаю, как у вас, у меня кот ест как свинья. Потом приходится все с линолеума это отшкребать, эти остатки пищи, рыбы там. И так каждый день практически. Уже не знала, что постелить. Сегодня вот увидела. Так. Стоил он, по-моему, 51 рубль. У нас по 51 все. Так. Так, дальше я купила вот такую вот леечку. Хотела давно уже на нее смотрю. Здесь 850 миллилитров в ней. Кажется, вроде совсем маленькая, почти литр входит. Купила, чтобы поливать фиалки свои. Их нельзя сверху поливать с бутылки. Все время приходится листья отодвигать неудобно. А тут такой носик. Теперь буду все как надо делать. Так, следующая покупка. Перчатки хозяйственные резиновые. Порвала последнюю пару. Пришлось покупать размер L. Выбирала поменьше. У меня маленькая рука. Не знаю, вроде самый маленький L нашла. Меньше не было, только XL. Ну, на вид вроде бы нормальные. У меня с перчатками беда всегда. Ну, плотные. Что тоненькие сразу рвутся. Как раз нормально будет. За две пары 51 рубль по 25 рублей. Я считаю, что это хорошая цена. Так, дальше для себя я еще купила вот такой вот набор для приготовления и нанесения масок. Тоже уже давно на него смотрела. Ну, думала, что он мне не нужен, а потом нашла у себя 3 пакетика с глиняными масками, которые покупала уже давным-давно. И вот они у меня лежат, надо их использовать. Ну, я думаю, это уже тоже все видели, эти наборы, потому что, по-моему, уже их все понабрали. Чашечка такая, мерные ложечки, лопатка и кисточка. Ну, пусть будет, пригодится. Теперь буду маски глиняные делать. Так, дальше я купила вот такой вот блокнот на магните. Это блокнот для записи с магнитом и ручкой на холодильник. 40 листов. Кофейная тематика. В прошлый раз, когда вот оливковая коллекция была, вот эта средиземноморская, я что-то не успела взять. И потом вообще расстроилась. Думаю, что их больше нет. Так он мне нужен был. Вот очень удобно список продуктов писать. Когда что-нибудь закончилось, чтобы не забыть, раз сразу написал. Потом, как набралось, сразу в магазин. Классная штука. Сегодня увидела, сразу же схватила. Так, следующая покупка. Взяла вот такой набор ароматизаторов воздуха для дома. Здесь 3 штуки. Роза, лаванда и жасмин. Ну, не знаю, я ни разу не брала. Я взяла на подарок. У меня в этом месяце 2 именинников. Сестра моя и коллега по работе, вот у нее у первой. Ну, мы как бы вот на работе всегда дарим друг другу подарки такие, всякую мелочевку там в пакет накладываем, то все там гель для душа, еще что-то там, полотенце там для хозяйства. Ну, вот фикс-прайс сейчас вообще в этом плане выручает, можно по 50 рублей много чего купить и положить в пакетик, и будет недорого. И, как говорится, полезно. Но вот я не знаю, честно говоря, что это за ароматизаторы. Еще какие-то стикеры тут в комплекте. Как бы себе не брала. Кто брал, напишите, пожалуйста, в комментариях, понравились вам или нет, как они там, что. Потому что распечатать не могу посмотреть, раз собралась дарить. А так, может быть, себе бы еще для дома взяла. Как они, долго пахнут, недолго. Ну, вот такие вот. Коробочки тяжеленькие. Не знаю, в общем. Так. Еще тоже для поздравления взяла открытки вот такие. Что-то я их раньше не видела.
По 25 рублей они были. Ну, там, по-моему, всего три вида. Я взяла вот такую вот сестре. Внутри ничего нет, пусто, зато она идет с конвертиком. Вот, поздравительная открытка с конвертом. Стоит 25 рублей. В принципе, хорошая цена сейчас открытки. Вообще дорогие стали. Не знаю, как бы, сейчас, может быть, уже не модно дарить открытки, но вот мне захотелось что-то написать там красивенькое, приклеить еще в нее. Еще взяла пакетик вот такой, тоже понравился мне, чтобы подарок упаковать. Ну, конечно, для 10 рублей маленький размер, я считаю, что это дорого. Потому что за 10 рублей можно купить большой пакет. Ну, ладно. Пусть будет, подарить бы зато красивое. Еще купила сгущенку. Муж, он у меня очень любит сгущенку. И думаю, чтобы он не ругался, что я опять в фикс прайс пошла. Вот, взяла, чтобы задобрить его. Так, это у нас Белгородская область. Город Белгород, производитель. Волоконовский консервный комбинат. Ну, вообще, как бы у нас... Своя сгущенка в Омске, Любинская, самая вкусная. Поэтому я редко беру какую-то другую. Кажется, остальное уже кажется все невкусное после нее. Ну, тут вот 500 грамм за 51 рубль. Ну, пойдет. Для любителей сгущенки. Ему, я думаю, сильно разницы нет. Любинская или не Любинская. Еще несколько покупок. Так, ладно, уберу в сторону. Было из ленты. Ну, в основном мы там, конечно, продукты покупали. Но я вот кое-что взяла еще для себя. Тоже пока что успела схватить, можно так сказать. Недавняя звезда Ютуба. Почему-то я уже давно не вижу этот крем. Уже, наверное, всем он надоел. Никто не покупает. И в пустых баночках нет. Хотя еще месяц или два назад у всех в роликах мелькал. Это чистая линия, аквакрем, мгновенная матовость. Вообще, очень классный крем. Я прям ни разу не пожалела, что его купила. Это, вот, наверное, самый лучший крем вот из всех, там, я не знаю, Гариньеров и прочих вот фирм, которые, ну, у которых есть вот для матирования крема такие. Ни один так хорошо не работал, как этот. И у меня как раз уже заканчивается... А в ленте была акция вот на чистую линию. И стоил он вообще 66 рублей. Хотя так вот в магазинах около сотни стоит. Поэтому я даже не раздумывая взяла. И взяла мыло. Такое Камай увидела недавно в рекламе. Показывают такие красивые кусочки вообще. Там вот розовый и вот такой вот сиреневый. Увидела, думаю, все, куплю оба. Тут посмотрела, думаю... То ли те, думаю, или еще старый этот вообще весь какой-то мятый, перемятый лежал на полке. Один единственный. Ну, в общем, два брать не стала. Думаю, вдруг в старом дизайне еще. Мне вот хотелось именно такой красивый. Ну, естественно, я не удержалась и распечатала его. Щупала там в магазине. Нащупала вроде кружева. Посмотрите, красивый кусочек. Ну, вот взяла только вот такое вот. Черная орхидея и масло пачули. Пахнет очень вкусно вообще. Думаю, решила его распечатывать. Думаю, уже скоро в мыльницу положу. И еще вот такое вот мыло тоже меня привлекло. Мандарин и корица. Сначала как бы я увидела, ну, с каким оно будет запахом. Я вот это вот взяла. А потом... Уже вспомнила, что хотела бархатные ручки найти, мыло, ну, массажное. И решила его пощупать. Пощупала, потом увидела, что здесь написано массажная форма. Ну и все. Конечно же, без лишних раздумий оно оказалось у меня в корзине. Так что, ну, его я пока открывать не буду. Потом в пустых баночках расскажу, как он. Я вообще вот люблю, где корица. Что-то такое вот цитрусы. Это вообще мои любимые вот ароматы. У меня сейчас мыло лежит тоже с корицей мыльницы. Поэтому я фанатка. Я вообще ее люблю. И даже ела бы ложками, наверное, везде бы и сыпала. Поэтому, как где увижу корицу, так
сразу покупаю каких средств. Ну вот, в общем, все. Все мои покупочки. Спасибо за внимание. Всем пока. До встречи в новом видео.